И снова первые юные шахматисты Зарина, Земфира, Зураб, Ибрагим и Ислам Айбазовы из Усть-Джугуты пополнили домашнюю копилку наградами с первенства Карачаева-Черкесии по шахматам, где заняли 4 первых и 1/3 места в своих возрастных группах. О своем увлечении интеллектуальной игрой, впечатлениями с первенства и планах на будущее шахматисты поделились с Аллой Динаевой. Пандемия коронавируса, которая поделила жизнь всей планеты на до и после, повлияла и на жизнь многодетной семьи Айбазовых, но, к счастью, положительно. Во время карантина глава семейства Мурат Абукович начал учить детей играть в шахматы, и результаты превзошли ожидания. Месяц-два, и получилось так, что Зураб, ну, старший Ислам и средний сын Зураб начали меня обыгрывать. Ну, стало интересно. Был знакомый Захарупов Иван Георгиевич, тренирует тоже в Карачаево-Черкесии. К нему Зураба я привел, он сказал, да, способности есть. Да, у него чуть-чуть потренировались, потом Михаил Юрьевич такой тренер есть, у него потренировались. Ну, шел рост, в принципе, какие-то успехи изначально у нас были. Юные шахматисты Айбазовы начали участвовать в турнирах, которые проходили не только в черкесских регионах СКФО, но и в Костроме, Ярославле, Москве и не только. И домашняя копилка медалей стала пополняться, и это только часть этих наград. Младшая дочь Зарина в эти выходные участвовала в первенстве республики среди девочек до 13 лет и победила. У меня был бай, но бай не считается как бал. Во второй тур я играла с Бардаковой Аминой. С ней я сделала ничью. А следующую я выиграла. Она тоже следующую выиграла. И у нас был... Потом мы, когда прошли туры, мы начали играть на первое и второе место. Я 2 раза выиграла ее. Заняла до 13, девочки до 13 лет, первое место. В этом региональном турнире участвовал и Ибрагим. На первенстве качелей я провел 45 партий и на всех одержал победу. Молодец. А мечта какая теперь в дальнейшем? Продолжать одерживать победу? Какая мечта? Стать гроссмейстером. На улице играешь мяч, футбол или в основном шахматы? В основном шахматы. И старшая дочь Земфира Айбазова стала чемпионкой по быстрым шахматам среди девушек до 17 лет. Я с ними играла каждый год, но сегодня не... Ой, то есть в этом году не было сложнее. Кто кумир твой в шахматах? Ну, Магнус Карлсон и Ян Непомнящий. Я хочу, чтобы Ян Непомнящий стал следующим чемпионом мира. Следите за их игрой, да, когда показывают? А я их партии не так анализировала, просто смотрела. Ну, там, окончание позиции. Хочется быть как они? Конечно, хочется быть как они. А самый перспективный шахматист семьи Айбазовых – это средний сын Зураб. У него есть победы над гроссмейстерами и действующими мастерами, и дома он тоже чемпион. Мат. Юный шахматист Зураб будущее распланировал. Я хочу стать чемпионом мира по шахматам. Сначала чемпионом России, а потом чемпионом мира стать. И вот расскажи, когда примерно ты планируешь реализовать свою мечту вот эту? Сначала я хочу гроссмейстером стать где-то в лет 16-17 примерно. А чемпионом мира лет 20. Ну, это максимально, что я хочу там. Возможно, притяжение к шахматной доске приведет этих детей к успеху, и они войдут в список международных гроссмейстеров. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.